Приветствую всех зрителей, подписчиков канала, также гостей, пришедших на канал. Всем сейчас привет. Сейчас нас отъебут, как делать нефиг. Project Cars 2 на канале, вторая попытка проехать Лиман. Вот, сегодня свободных заездов не будет, квалификацию подольше поставил, 20 минут, потренируемся. А сразу. Ты что-то на компот перешел? Чё, куда? Я говорю, что на компот перешел? А жена вчера наварила. Вот и хочу компотику попить. Вот, короче, не будет свободных заездов. Ну я вылетел. Я тоже поехал. Да нахуй тебе надо. Не ты сзади едет. Не знаю, да, наверное. На желто-черное говно. Да-да, я за тебя. Я говорю, желто-черное говно. А по управляемости Акура ничего. Короче, свободных заездов не будет. Витек не дает мне договорить. А вот, будет чисто квалификация. Сразу мы на ней, скажем так, потренируемся немножко, вспомним трассу. Что-то ты по управляемости, Акура твоя ушла куда-то. А это гондон меня бортанул. Который впереди тебя сейчас должен быть. Ну, заносит ее пиздец, обаха. Ну что-то я походу нихуя не настроил автомобиль. Так вернись в боксы настрой. Блин, 270 это нормально. Нихуя, он долго разгоняется. Но с места прямо из-под себя рвет, блядь. У меня даже до 270, блядь, не разгоняется. А чё за говно? Настройки у меня такие автомобиля. Ты только разогнал. Ну как бы уклон на стабильность сделан, чтобы в поворотах полегче себя чувствовать, блядь. Ну ясно, короче, что нихуя не ясно. Блять, в жопу тыкай. Ну и сколько ты им поставил? Кому? А, вот этим соперником, что ли? 35? А. Ну пойдет. Ну мы вчера на 45 катались, но мне кажется, разницы-то большой не будет, блядь, если я просто пятерочку уберу. Блядь, вот на нем газ нежный, пиздец, электронная ебаная педаль газа. Да я думаю, у них у всех электронная педаль газа, и вряд ли у кого-то с тросиком есть. Чуть пережал, он, сука, в занос пошел. Блять, забыл про поворот, сука, пришлось нахуй тормозить аж до блокировки колес, нахуй. У тебя блокировка есть?
Ну конечно, если я до конца. Кому-то я жопой въехал. Если я до конца ебану педаль на тормоз, блядь, естественно, колеса заблокируются. Так, ладно, пошел я, блядь, на быстрый круг, нахуй, попытаюсь что-нибудь сделать. Сука, ну ее носит проститутку ебаную. У меня жопа полностью разбита. Да едь в моксы, господи, у тебя еще 15 минут есть, считай круга на 3, на 2, один минус, один пустой, считай, пройдешь. Рулевая разъебана, еб твою мать, поехал жопой выехал. Я, блядь, стараюсь аккуратно ехать, сука, поэтому я теряю время, блядь, на этих поворотах ебаных, блядь. Не, мог бы я быстрее, конечно, намного пройти. Два поворота прям вообще плохо, очень плохо, блядь. А не помнишь, сколько вчера, блядь, это, лучший круг в гонке был? 4 там с чем, блядь. Ну, вроде настроил. Вроде это не ответ, ты же сам так говоришь, бля. А мне похуй. У меня связь. С космосом, что ли, бля? И большие. Да, да похуй. Со всеми. Я так и думал, последний. Машину поворачивать нормально. И жопу не кидает, да? Ну, блядь, в разные стороны. Да и вырулить, если что, можно. Да ёбаный, блядь. Так, ладно, ну надо хоть какое-то время показать на этом кругу, чтобы было за что-то можно зацепиться, чтобы хотя бы не последний. Ну что-то мне подсказывает, что это время как раз-таки будет последним. Просто на квалификацию времени мало, поэтому нужно делать сразу нормальный круг, как бы. Ну или хотя бы один, который даст тебе возможность не стартовать последним, а дальше уже попытаться улучшить можно, рискнуть где-то. Даже если разобьешься, то уже все равно что-то есть в запасе. Не тормозить стабильно, блядь, что жопу не заносит. Че хуй.
Ну, в тапок дал, он не шлифует за жопу. Это ж хорошо. Давай, показывай результат. Секунда 30. У молотгона она чуть-чуть малость туповато стала. Ну понятно, ты же ее задушил немного. Двести шестьдесят тире 270. Ну, у меня примерно так же идет. Я только разгоню до 270, тормозить пора. А для этой трассы это плохо, блядь. Они нас будут делать напрямой на. Блин, да, надо улучшать 5 секунд. Вряд ли. А у тебя какой результат? 4.30, ёптвою мать, как вчера, блядь. А я не знаю, тебе надо, блядь, Масарати. И без тормозов летать. У меня время пошло, пока. Ну я же тебе объясняю, первый круг же не считается, ты же с боксов выезжаешь. Так, вот сейчас, блядь, главное не накосячить. Вроде бы пока иду нормально. Так, и вот сейчас вот эти главные повороты перед финишем, блядь. Ну давай, блядь, 9 секунд. Есть. Полупозишн пока что. Витёк, полупозишн у меня пока что. 4.21. Время круга. Ну нихуя ты. Что, не тормозил? Совсем? Вообще я не нажимал. На тормоз, блядь. Ты сука пользовался? А не, у меня он даже не настроен, бля. Пробел.
Ну спасибо за пробел. Ну я тут весь такой, блядь, на руле гоняю. А тут решил пробел, блядь, понажимать. Ну хуй тебя знает. Что у тебя, блядь, на уме? Сейчас, если никто не улучшит время, у меня полупозишн будет. А по-русски? Первым стартовать. Ждать, значит. Будешь ехать, опасайся. Да это прикинь, блядь, 10 кругов сдерживать, это пиздец. Иногда лучше ехать каким-нибудь пятым, но постепенно догонять и ориентироваться по сопернику, чем, бля, ехать первым и, блядь, задавать темп нахуй и их еще сдерживать, блядь. Везет, блядь, всяким, а? Ты прикинь, сука, блядь, шел еще на улучшение, блядь, на 3 секунды. Меня этот пидор, блядь, толканул. Мне говорят, время круга хуйом не засчитают, короче. Я хуй, блядь, пиздец вообще. Че за чмошник, нахуй? Но он не будет первым, я его расхуячу сейчас, нахуй. Мне-то все равно уже терять нечего, мне в боксы, блядь. Кто там в боксе? Я в бокс вернулся. А чё мне время круга не засчитывается за то, что меня бортанули, блядь. Не я, блядь, в него влетел. Я наоборот аккуратно, он мне вроде и мешает. Заебись, мне не засчитает. Молодец. Ну у тебя ещё, а у тебя уже время нет, нахуй. Так было 4.20. Так, ну тут ладно, тут уже не серьезный круг, а чисто так прокатиться. А на тебя впереди летишь? Я не знаю, я с боксов выехал. Не, вокруг меня никого нету. Я в одиночестве в гордом. Ну и пофиг. Да я тут кого-то почти догоняю. Ты уйди на следующий круг, он тебе, возможно, даст его закончить. Чтобы это, блядь, чтоб какое-то время у тебя было. Я пока в полупозишене, у меня 4.21. А так у меня был бы 4.20. Значит, ты бы был бы первый, я бы вторым бы стартовал. Ну попробуй кружок, ебани. У тебя не разбита тачка? Ну, мальца. Ну давай, езжай, на круг главное уйти за вот эту минуту 11. То, что до конца сессии осталось. Я думаю, он тебе даст доехать. Вот эту хуйню я тоже, блядь, не понимаю, блядь. Откуда тут какой-то штраф нахуй берется, блядь? Причем я скорость не снижаю, он исчезает. Что, блядь, превышаю скорость, что ли, ебанутый совсем.
Ага, ты еще скажи, что ты там на красный проехал и пешеходов не пропустил, бля. Не так, чтобы снизьте скорость в избежании страха. Да нет, это там, когда ты, блядь, нарушаешь, я так понимаю, есть там какая-то... Напрямой ты, да, выходил напрямую? Ну, наверное. Блядь, там какой-то участок, он мне тоже постоянно там эту хуйню, блядь, пишет, типа, снизьте, блядь. А я не понимаю, то ли я какую-то линию, блядь, пересекаю, то ли что, блядь, что которую нельзя пересекать. Но я нахуй не снижаю, он его сбрасывает потом. Завершение. Последний круг пошел. Так что давай, гони. Да не успею. Да ты уже на этом кругу должен был быть, или ты не вышел на круг на новый? Не-не, по времени не уложусь, сколько надо. Да он тебе, по идее, 4 с лишним минуты дает. Гони, гони нахуй, успеешь. Такими поворотами это пиздец. Блять, вот здесь они быстро проходят, а я этот поворот боюсь, потому что я на нем, блять, вылетаю постоянно. И тут они идут очень хорошо. Вот этот участок надо быстрее проезжать. И там дальше что, пойдут две вот эти финишные эски, блядь. В принципе, они на самом деле не такие уж и сложные. Четыре пятьдесят, ах, 4:47, ебануться. Так, что у нас получается? 2:40 до начала. Надо курнуть успеть. Ну погнали покурим. Давай только успевай, а то, блядь, потом опять не войдешь в сессию.
Пятёк. Блять, Витёк сейчас опять гонку запорит, нахуй. Алло, Витёк! Алло! Бля, поехали, ёбаный в рот. Кидай мне, у меня тут дети полазят. Кого кидай, блядь, уже гонка началась. Да, блять, хули так гонять, ёбана в рот, блять. Сама гонка, что ли? Ну конечно, блять. Квалификация где? А ты ездил, блять, сейчас где? Я ж тебе сказал, свободных заездов не будет. Вот ты пиздец. А я-то чё пиздец, блядь? Я тебе, считай, сказал, блядь, 2 минуты, курим нахуй. Ещё потом было, 2 минуты я тебя в меню, блядь, ждал. Прокатились, ёпта. Ты на удихе. Первый, да? Вот меня Мэтс обошёл. Да я наблюдаю за тобой. Будешь зрителем, нахуй. Будем считать, что ты на квалификации ногу сломал. Яйца. Или яйца, блядь. Подведешь, и я тебе ногу сломаю. Блядь, буду стараться не подвести, на. У тебя еще резина холодная, заебись. Почему? Уже ж зеленым горит. Это хуёво. Охуенная, когда она холодная. Не, она не должна быть холодная, ты чё, бля? Хуя там сзади тебя, ебать, дебилы. Да я не сдержусь 10 кругов, ты чё, это мне, блядь, 10 кругов просто в напряженном состоянии, блядь, я охуею. Они тут еще по прямой меня сейчас будут догонять. Я, конечно, постараюсь, блядь, но это пиздец. Я у тебя на повороте просто. Ну
Не просто, бля, я просто так не отдам нахуй позицию, блядь. Вот здесь мой любимый поворот, блядь. Я его боюсь, нахуй. А нахуй ты днём фары включил? Слышь! Мы же днём с парами ездим, и я включил. Да так руль лучше светится, вон, видишь, поинтереснее становится, нахуй. Пиздец. Ебаный в рот. Вот ты лоханулся. Ну бывает, блядь. Нервы, ёпта. Да ты не нервничай. Ебани его нахуй, бы он улетел. Бей по ей там сразу. Я же говорю, блядь, сдерживать хуже нахуй, чем догонять. Лучше догонять, чем сдерживать, блядь. А это только второй круг, блядь. Я на тебя чуть в очко не въехал. Чем после этого поводу автопок давлю всегда. Ну да, тут выход напрямую, блядь, все правильно. А что ты механика не пользуешься, что ли? Ты что, гонишь, что ли, блядь? Ты могёшь? Да ну нахуй, блядь, я что, совсем задрот, что ли, блядь? Блять, у тебя спойлер больше, чем машина. Аху так круто берешь. Нормально беру, блядь. Чем быстрее поворот войдешь и в тапок дашь. Не учите папу детей делать, ну. Все равно и видно, как ты детей делаешь. Хуёво. Бля, косяк. Совсем косяк. Судя по раннему движку, там он тебе почти в жопу дышал.
Заносит на этом бордюрчике, да? Да, блядь, заносит. Да нет, тут вот быстро надо проходить. Я смотрел, как они проходят. Вот здесь они быстро идут, блядь. Я сейчас просто перестраховываюсь, нахуй, чтоб не вылететь. Я 130 смело входил. Давай еще 7 кругов. Чуть-чуть, ёпта. Совсем хуйня. Блять, я забыл про этот поворот. Тут у тебя память совсем девичья. Да я концовку трассы, блядь, вроде запомнил более-менее, где были проблемы, блядь. А начало трассы вообще не помню, блядь. А я эту трассу уже запомнил. Дождь, блядь, начался, ёбаный урод. Ну, инженер молчит пока, не говорит, на питы поехали резину менять. Чё, он тебе шипы поставит? Дождевую. Да не, походу надо заезжать. Трасса мокрая, блядь. И на поворотах пиздец. Ощущения совсем другие, блядь. Они-то не заезжают. Они будут заезжать тоже, скорее всего. Не, я заезжаю на, блядь, на Пипина. Чё, круг не засчитается? Засчитается. Она чувствуется. Вот. Он нихуя не поворачивает. Все, пиздец, на. Не проехали, как делать нехуй. Все, ее носит конкретно. Блять, вообще не поворачивает и не едет нахуй. Поможем ближе к пит-стопу, он тебе будет пиздеть. Иди, блядь, тоже броди, блядь. Я вообще ехать не могу.
Ебать того, брат. А с кабины смотришь, охуевая. Да, бля, где этот ебаный пит-стоп нахуй? Ха-ха, вообще как шлюшку, бля. Ебать, ты как корова на льду. Бля, ну пиздец, она, вот она по натуре как на льду, знаешь. Бля, резину все тащат. Блин, графон, конечно, в игре обалдеть. Да, Витёк, графончик охеренный, да? Давай, 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 сука, ремонтируй меня, блядь, быстрее, блядь. Там уже тот ушел, сука, который впереди меня был, блядь. Позиция 17, пиздец, первым шел. Ха-ха-ха. А, типа резина на липучках? А, лотос охуевший. Вообще охуел, блядь. Да я хуй узнаю, на чем она дождевая, блядь, называется. Нас на скотче двусторонний. Да, да, на китайском, блядь. Хотя один показывает, а где остальные передачи? Какие передачи? Где, блядь? Кто, блядь? Среди всего дисплея у тебя один. Блядь, я сейчас не понимаю, о чем ты говоришь. А, про передачу. Вот четвертая, что тебе еще надо? Вон пятая пошла. Если ты про коробку, блядь. А что у тебя не отображается в этом? На мониторе. Отображается. Я лично не вижу. Ну ты же в режиме зрителя, наверное, тебе эта информация не показывается просто и все. А почему? Ну, не знаю, блядь. Это к разработчикам, мне кажется, вопросы. Че они такие пидорасы? Это тоже к ним вопросы. Можешь в службу поддержки написать. Почему вы такие пидорасы, да? Да, да, да. А что там 80? Не знаю, где что 80. 40.4, видишь? Нет, не, я, блядь, не смотрю сейчас на дисплей. Пиздец, ты, блядь, вот нашел, когда спросить нахуй. Че нахуй, на какую позицию? Я должен один глаз, блядь, в дорогу, второй в монитор. Ты не забывай, какой у меня, блядь, монитор, нахуй. Он у тебя находится чуть выше руля. Это мы из-под колес брызги.
хорошо, корвет был. Блять, Бэха, прости, не хотел. Да не пизди. Это типа первый? Четвертый. А, шестой. Позиция шестая. Долбоёб, ёбаный нахуй, на BMW, блядь. Что-то у него Audi. Ой, да, на Audi, блядь. А я забыл, блядь. Ну, я понял. Крутит я как проститутка. Даже, может, не то, что, блядь, забыл, начал тут смотреть, блядь, на каком я месте, блядь. На дисплее, нахуй. Значит, ты нихуя не гонщик. И не будьте гонщиком. Не, ну руль, конечно, прикольный. Да, руль пиздат. Нихуя там первый улетел, ебать его в рот, я вообще его хуй догоню тогда. Это, походу, твой скотч отлетел двухсторонний. Ну, блядь, да, потаскивает, блядь, нормально. Хватило на один круг. Пол гонки, считай, проехали. Ну, чуть меньше. Пиздец несет. Фу, резину сжег. На мокром асфальте. Да нет, с резиной нормально все. А им, походу, вообще похуй. Да нет, не скажи, они хуже едут. Да если бы они хуже ехали, то уже давно бы первый был. Ну я там вспомню, блядь, когда нахуй начался дождь, как меня колбасило. И потом я, блядь, еще там выезжал, блядь. Как бы на это же время ушло. Первый улетел, блядь. Вроде приближаюсь потихонечку к нему.
Уже даже его иногда замечаю, блядь. Боишься, что у тебя дворник улетит так? Да, блядь, за дворник меньше всего боюсь, ведь я вообще о нем не думаю, блядь. Там у тебя нихуя масла нет. А как бы самому не улететь, блядь? Прыгни ему моторного масла под колеса. Да у меня кнопка выброс масла сломалась, блядь. И он летит. Пиздец, все начало, блядь, опять, блядь, по всей трассе, блядь. Как проститутка. Пусти колеса на 0,9. Ты что, мой инженер, что ли, блядь? Это ты там им в боксах подсказываешь, что надо с машиной сделать, чтобы она быстрее, блядь, ехала, нахуй. Он быстрее нам не поедет, но в поворотах будет легче. А еще будет легче по снегу, блядь, и по песку, нахуй, блядь. Ну, по песку навряд ли, а... По такой хуйне, да? Тут, короче, еще полна лужу на эту наезжаешь. Машину нахуй надо ловить, блядь. Как в реале. Ну что-то типа да, блин. Ну в руль тоже отдает нормально. И это ефта поддаешь, блядь. Отрыв на 7 секунд. Все говорит охуенно, блядь, так держать. Охуенно, если на минуту отрыв. Охуенно, когда ты на финишной прямой и похуй на отрыв, что он 7 секунд, нахуй. Я тебе говорю, это не конец гонки, блядь, и это пиздец. У меня обычно последние два круга проходят очень плохо, блядь. Я могу ехать первым, блядь, а приехать пиздец. Даже в десятку не войти так. Состояние машины. Состояние нервов, блядь. Воздух 60 градусов, трасса 76. Прогноз ясно.
Да, дождь должен закончиться. Вот только вопрос теперь в другом. Менять ли, блядь, дождевые на обратно, блядь? Или уже доехать на дождевых, блядь? 40 литров. Жесткий слик по обе стороны. А ты где эту стратегию на гонку смотришь? Условия на трассе, состояние машины. А, это сейчас у тебя будет седьмой, да? Да, сейчас пойдет седьмой, блядь, и факт в том, что дождь-то, блядь, заканчивается. Ну, асфальт-то не высохнет, да. Там жара должна быть 240 градусов, чтобы он так быстро высох. Ну, это понятно, да, что трасса-то будет мокрая, блядь. А дождь вот, блядь, закончился. Ну, три круга, я хуй знаю. Просто понятно, что если, блядь, они заедут, поменяют, ну, потеряют время, но они быстрее меня будут, блядь, намного. Ну и в повороты входить стабильнее. Ну это нам все равно надо, чтобы трасса подсохла. Да-да-да, естественно, блядь. Типа нихуя лужи. Понятно, что, блядь, на последний круг я уже не поеду менять, если она высохнет под последний круг, блядь. Но это мне надо еще сейчас пиздец. Три круга, считай, проехать. Мне кажется, она подсохнет, сука. Блять, хотя пока он лужи, ебаный урод. Кирилл, а у тебя что, в глазах две камеры? Почему? Ну, потому что я твою ебло смотрю. Как ты можешь мое ебло, блядь, смотреть? От твоего ебла, которое в машине едет. А, в смысле, от первого лица, что ли? Да, и вид из кабины. Ну, я понял. Блядь, смотри, чё. Чат уже неинтересно, надо было в дождь смотреть. В дождик интереснее было, блядь. Вообще, ты смотрел? Ну так, аккуратничаю немножко, блядь. А солнышко там вышло, блядь. Я смотрю, луж меньше стало. Самое интересное, лужи ставят там, где это, солнце не подсвечивает. Ты что, в охуенный отрыв ушел? А я не знаю, блядь, на сколько секунд, на 16, по-моему. А нет, сзади тебя плетется. Они пока-то на ебучем повороте, ты нормально вот тут ходишь.
Вот эту связку поворотов вроде, блядь, не люблю. Хотя я ее запомнил. Ну, блядь, они тут так быстро едут. И я, сука, не рискую тут. И, блядь, поэтому теряю, нахуй. Не знаю, ну, 130-140 можно. Ты не рискуешь, 130. Ну, смотри, какая машина. Прикинь, хуяк они на пит-стоп. Да вроде инженер-то молчал. Нет, пока не должны, лужи есть, блядь. Трасса мокрая. Что у тебя дельта красная? Ну это же, как бы, она отчитывает от твоего лучшего круга постоянно. Тормозит, конечно, хуёво. Блять, в лужу попал. Ну, если сейчас ты пизды дашь, то заебись. Жму в пол, насколько это возможно, блять. Вот здесь как раз лужи прям перед поворотом, вот на них сносит, короче. Чтоб в траекторию войти, ты, блядь, на них как раз попадаешь. Да я в курсе, вижу. Пятая будет. Давай шестую. Пока у тебя отрыв хороший. Да, отрыв хороший, количество кругов тоже хороший. Сейчас я это доеду, блядь, останется два круга всего. Если трасса не высохнет, то вообще все будет заебись. Что там сзади синий? Кто синий? Где синий? А, самый последний синий. А он, наверное, разбился, блядь. Ну, это мое предположение. Обычно же там... Второй синий. Кто его знает, не знаю. Бля, вот этот поворот тоже, сука, ну такой себе, блядь. Не могу никак его запомнить, чтоб нормально в него входить. Трасса подсыхает. Бля, она вроде подсыхает, но пока все равно такой уверенности нету, сука.
А тут подстава. Недалеко от финиша. Блять, я не заметил первую эту хуйню. Я обычно ориентируюсь, что первую проезжаешь, вторая эска твоя. Пиздец вообще, блять. Так, чё, предпоследний круг погнали. Ёбаный в рот. Да нихера она не высохла, ведёт. Натяни гандон уже. Найди на эту резину. Лучше цепь. Саморезы вкрути. Сейчас на пит заеду, будешь вкручивать и гандон натягивать, блядь. А чё мне в милях показывает? Не знаю, у меня в километрах. Главное на этом табле, блядь, километр. А на спидометре мили. Нет, у меня на спидаке тоже километры. Не отличается, что на табло показывает, то и на спидометре, блядь. Ну это у меня так показывает. Ну у тебя больше там в опциях что-нибудь, блядь, хуй знает. Да, я не знаю. Я вижу сейчас преимущество, я вижу всех, кто где едет. Ну да. Я-то вообще тут ничего не вижу, но. Не, нормально. Трасса с лужами, так что последний круг стопудово на этой резине, бля. Я думаю, что те, кто поедет переобуваться. Ясно. Воздух 71, трасса 86% влажности. Влажности сколько? Судя по этому, 86%. Бензин, походу, не кончается. Вообще ставил расход топлива, блядь. Я сколько наблюдаю, 40 литров. Блядь, а может то, что сегодня перенастраивал с этим дождем, ебался, блядь, может все сбросилось. Бля, это хуёво, конечно. Так можно 2 литра залить и, блядь, всю гонку хуярить, типа ты, блядь, легкий нахуй. Машина у тебя отсасывает. Парами. Дышит хули. Да, да, да.
Ну давай, дембельский. Можешь в конце прям с дрифтом войти. Да, 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 блядь. Войдешь ты тут с дрифтом, блядь. Сбрасывай скорость. Вот это, блядь, по трассе 340 уели. 225. Дельта, блядь, на прямой теряется, скорости не хватает. Не, отрыв нормальный, 32 секунды, блядь, хер он меня догонит. Если я буду ехать нормально, блядь, спокойно, нахуй, даже аккуратничать, он меня уже не догонит, блядь. А вот если я буду лететь и рисковать, и куда-нибудь ебусь, нахуй. Бля, главное по прямой, уже почти сухая, нихуя тут как раз под поворот на тебе, блядь, лужа на луже, блядь. А тут уже, смотри, сухо пошло. Да, ну вроде тут уже по суше стало. А чё? А вот вроде доезжаю. Я у тебя пиздатый отрыв. 34 секунды, бля. Чуть не лоханулся. Да нет, тут уже бы меня бы не догнали. Что, еще круг, что ли? Не, все. Это он уже поехал сам. Гонка закончилась. Сейчас все доедут. Он 170 секунд еще до конца гонки, блядь.
Так, запись ролика я, конечно, на этом буду заканчивать. С Вильком мы еще погоняем. Я думаю, может быть, по другим каким-то трассам на других машинах. Так, чисто уже, скажем так, фан такой небольшой. Вот, но записывать это, наверное, уже смысла не будет. Вот, хотели пройти Лиман, но, блин, получилось не совсем, как мы хотели. Витек был в качестве зрителя, что, конечно, не очень хорошо. Вот. Как-нибудь мы с ним это повторим, но это, наверное, уже останется за кадром. Ну, а следующую запись уже, наверное, по каким-то другим соревнованиям на других машинах. Ну, не знаю, что-нибудь, короче, придумаем. Вот, так что всем спасибо за просмотр и всем пока, до новых встреч.